Здорово всем. Ну что, продолжаем. Так, у нас здесь он отхилился уже полностью. Ну, практически. Надо еще ходик подождать. Так. Так, ну нам надо здесь постараться, наверное, потом запендюрить вселенца. Давай, может, здесь сделаем поселенца. Даже двух сможем сделать, здесь 9000. Давай здесь организуем двоих. Угу. Так, ты у нас... Сейчас. Можно здесь еще организовать, да? Давай здесь тоже сделаем. Территорию-то надо расширять. В принципе, лучше, да, подхилимся. Черт его знает тут. Я на этих хочу сходить. Посмотреть, что они себя представляют. Так, они все милишники, получается, да? Как интересно. Может, я их зря боялся? Вполне возможно. На них не действует, а нет, работает. Но у них бронька-то хорошая. Вот, блин. Расстояние большое, ну ладно. Я смотрю, к яду, конечно, к этому они довольно-таки уязвимы. Не сильно, но они молнии бьют добавок. Да? Шанс молнии есть. Понятно, в чем их прикол. Ой, а у них урон-то, если по ним бить. Мягко сказать-то говнецо. Так, ладно, отбиваем этих тогда. Так, теперь нам надо с каким-нибудь разобраться бы здесь. Блин. Развеять магию. Они к магии-то вообще хоть как-то относятся. Давай хоть этих запинаем-то, ёлку-палку. Да, пока все у меня печально. Этим, по этим стреляем. Так, а тебе что? Ну, попробуем этого добить тогда. Блин. Да уж, ребята-то не лыком шиты. Я правильно делал, что их боялся. Так, хорошо. Теперь, что нам нужно? Нам нужно действовать предельно осторожно. Да, убьем. Да, убиваем. На них хилится еще вдобавок неплохо так. Недурственно, недурственно, парни, вы даете. Значит, физические атаки вам, мягко сказать, по барабану. Не, одолеть-то можно, но все равно проблемно, смотри. Что это мы получили? Закрыть. Что это за хрень?
Так, тяжелый арбалет. Так, лучше героя можно, это хорошо. Так, благословенное очарование, да? Блин, защита у тебя, конечно, мужик, надо поднакачивать. Так, у тебя что, защита идеал? Так. Берущая цель. Это плюс 8 на 2 следующих хода. Так, теневой шаг, удар убийцы, свободная. Погоди-ка, форма тени. Пробивной удар, может? Ладно, давай-ка мы вкачаем сопротивление, во-первых. Святых атак. Отбивающий удар попробуем. Ночное зрение нужно? Даже не знаю, слушай. Вопрос такой. Как говорится, с подвохом. Здесь у нас что строится-то? Ничего. А почему? Это как так? Основная наша строительная, блин, фабрика ничего не строит. Приехали. Дожились. Ну ладно. Ждать приказов ты можешь долго. Меня интересует сейчас тут немного другое. Так, 468. Не могу ускорить, слишком дорого, да? Так, ну мы сейчас здесь тогда будем, наверное, нанимать уже войска и пытаться распихать их по городу, но... Ай, бляха-муха, как бы это лучше так сделать-то? Будут ли они потреблять какие-то ресурсы? Вот в чем вопрос основной. Блин, эти гномы с танками. Вот я сейчас вспомнил, мне немножко дурно стало. И это как-то не холосо. Так, ну это получается все постройки, которые я могу сделать, да? Драконит, старейшина, берсерк. Таран. Огненные стрелы может делать. Блин, ну реально, если кто-то защитой от огня будет, он бесполезен. Ну тут ничего не сделаешь, да? Я не вижу содержания. А, вот, нет, содержание-то есть, посмотри, 4 золота.
4, 4, 4. Ну, так что, блин, тут, конечно, вопрос хороший, что нам ставить. Драконец хищник, 67 хп. Хороший чувак. Я не знаю. Старейшину, наверное, сделаем, блин. Сейчас мы начнем делать их. Получается, мы по золоту далимся. Но мне бабок-то не хватит на них, слушай. И как быть? Да. И как нам быть? Как нам быть? Хороший, блин, вопрос. Так, здесь у нас все чисто. Кто-нибудь еще остался здесь? Врагов. А, вот остались. Их пойдем, короче, вручную запинаем. Точнее, автоматом. Да, слушай, конечно, здесь, а... Не, ну защищать центральные города-то по-любому придется. Хотя после окончания построек и, возможно, создания золота... Товары, ну золото, да. Блин, нужны какие-нибудь реально дешевые юниты, слушай. Это не вариант такие дорогие использовать. Это не вариант, слишком дорого, зараза. Так, защиту от огня, конечно, ставим. Левитация. Молниеносная армия. Близость к магии. Так. Пока оставим это все. Вот это вот пригодится, хреновенько нам по-любому. Так, здесь строится еще. О, писец пришел какой. Ай, кто сомневался, а? Так, ну на некоторых хоть давай броньку нацепим, сходим. Этих запинаем только. Да, независимо. Слышите, вы, твари, совсем охренели, что ли? Куда поехали? Ты смотри, какие наглые-то. Совсем страх потеряли, совесть. Реально совсем потеряли совесть. Сколько там произведено было доспехов? 4 партии, да? Ладно. Хоть кому-то дадим их. Давай начинаем с первого. Там ребята-то не лыком сделаны уже идут. И то на одном городе они, блин, ни хрена не остановились. Дальше пытаются. Нам надо как-то их остановить. Так, улучшить героя.
Поймать сетью может. Охотники на волшебников, все боевые игры получают, да это не то. Огненная бомба. Ладно, давай изучим. А, то есть он считает, что с этим они очень крутые. Ну ладно. Уже они так не считаются. Ну ладно. Здравствуйте. Но я пока с ними воевать-то не смогу, да? А смотри, как зато сразу поперли сюда. Козлята. Но здесь оборону для каждого города мне не получится устроить. Вот это вот плохо, как бы. Могу предположить, что это из-за уровня сложности также, но хотя вряд ли. Два построения осталось, мы сможем уже хоть что-то нормальное. Надо посмотреть, сколько трибушеты будут стоить. О! Надо землю так, кстати, окучить. Да, слушай, надо, наверное, по краям. Блин, а по краям мне с воды могут атаковать. Ёшкин ты кот, что ж делать-то, а? Это ради принципа я сражусь. Чисто ради принципа. Так, на пробел, кому интересно, можно пропускать все. Ничего. Мы идем к вам с вазелином. В принципе, эти войска еще можно одолевать спокойно. Если каждому смогу сделать доспехи, какой-нибудь, не знаю, полный набор колец с зачарованиями, будет уже попроще. Так, колдануть можем что-нибудь, к примеру. Да ничего пока полезного я не вижу. Да ух ты, дядя какой прилетел, дайте поближе посмотрю. Так, дайте мне дядьку посмотреть поближе, какой красавец посмотрит. Ой, камера здесь асинхронная, елопалы. Девушки-матрешки. Так, ладно. У нас что тут есть? У нас есть вот этих вот убийц. Это раз. Ну ладно, убиваю этих. Нет, пока ты у нас подождешь, друг милейший. Нам нужен будет какой-то либо святой воин. Да, ударить, конечно, вот этого будет довольно проблематично. Так, мы можем магией лечения воспользоваться хоть кем-то. Так, убежали вроде бы.
А если... Ага. Так, ты туда, дядь, не иди. Тут сюда иди куда. Ах, высоко засрал. Вот же, блин, так и знал. Слушай, а он еще с ударом вампира, что ли? Судя по всему, да, это плохо дело. Так, это значит, его надо мочить только издали, даже. И стараться не приблизиться. Так, ну этим мы сейчас хороший ДПС нанесем. Но главное его добить. Да, он еще и какой-то отчасти вампир, по ходу дела. А вы кто такие вообще? Не, мощный дядька, мощный, слушай, и ударом вампира, походу, обладает реально. То есть я хотел типа пропустить ход, да нет, здесь ход лучше не пропускать. Так, прекрасно. 75. Военный врач. Воин Феникс. Возрождение. Но у меня вояк-то нету. У меня тут будет чистый отряд героев. О, искусственно. Искусство войны. Командир защитников. Давай, короче, сопротивление вот это возьмем. Великанов и все. Так, здесь у нас... О, здоровье можем взять сразу, берем по умолчанию. Куда вы все, блядь, беретесь? Да, он едет. А зачем ты сюда едешь, дядь? Ну вот скажи ко мне. Так, святилище. А, нет, обсерваторию здесь, пожалуйста. Так, ну это, конечно, хорошо, с одной стороны, но они отсюда откуда-то приперлись. В принципе, это нехорошо. Я даже не знаю, откуда они здесь прискакали-то. Мне надо сейчас будет следующим ходом их выловить и убить. Не вас и так одолею. Так, улучшаем героя. Так, сопротивление. Не помешает пробивание брони, да. Это вот пригодится, потому что, как ты видишь, эти дяди не лыком шиты, это явно. Так. Все, пока вроде все хорошо. Че у нас вот этот город так страдает, а? Селения почти нету. Ну ладно. Так, в принципе, у меня здесь осталась гильдия мастеров. Город получает 15 производства, восстанавливает машину. Неплохо. Колония огня. Ага, то есть она атакует по умолчанию все. Правда? Mm.
каких приказов они должны отхилиться для начала? Повреждены-то были сильно, зараза. О! Новые исследования. Это неплохо. Так, искусство войны, да? Еще там можем улучшить героя. Отлично. Так, похитить чары. Месть обзора нет, оглушающее прикосновение, да. Сил в рукопашной добавлю, хуже не будет. Так, лаборатория, храм. Что у нас здесь? Так, обсерватория, храм. Пока придется так попариться, слушай, потому что надо достроить все строения. Ох, блин, вся проблема тут, слушай, в том, что... Так, погоди-ка, а мы здесь можем поселенцев даже построить несколько, да? Это простенькие уже. А вот сюда даже не знаю, что надо и чем надо идти. Так, где мы город можем здесь запендюрить? Ну, где-то давай вот здесь. Чтоб сильно не наседать и чтоб видимость можно было сделать. Угу. Так. Культура воинов. О, господи, только и думал, как бы мне изучить культуру воинов. Так, храм, больница. Алло. Спасибо. Так. Кстати, отличие от Фейлина, то что там ты развиваешь, когда один единственный город основной, в нем строишь уникальные постройки. То есть здесь вот, к примеру, смотри, здесь вот такого нету. Строится, конечно, это все еще очень долго. Так, святилище, наверное, сразу, да? Можем улучшить, но не так, как бы я хотел, так что нет. Так, у меня выросло количество, возможно, маны, и надо, короче, здесь провести нам улучшение почвы, во-первых. Да, почва здесь, мягко сказать, хреновая в некоторых местах. Ой, какие тут няшки-то есть, ёлы-палы. Вот что он так растет-то, слушай, ты смотри. Этот бесится, не может ко мне проникнуть, да? Да, компьютер, думаю, тут мне по жопе бы настучал довольно быстро. Если бы у него был доступ сюда напрямую.
Наверное, компьютер с этим нейтральными войсками в сговоре. Так, есть убрать горы. Так, владение жизни, стратегическое заклинание. Так, выбранный город Севазамин. Умеренный ландшафт. Но сейчас... Двадцать каждый ход стоит. Просто дать созидание. Давай. Выбранный город. А, тут целый ход нужен для этого заклинания, ничего себе. Заклинание, да, непростое. Блин, туда я пока боюсь идти. А так хочется. Но колется. Ладно, пока туда не пойдем, у нас тут еще есть где погулять. Отлично. Так, этот готов у нас. Значит, нам надо его как-то вот сюда затянуть. Вот сюда. Нет, вот сюда куда-нибудь его поставим. Так. Усиление. Усиление. Да зачем мне это надо? Владение жизни у нас есть. Затопить поля, мне это не надо. Это у нас всеобщий штурм. Ты лопала. Ну ни хрена себе. Так, хорошо. Начинается полномасштабный забытый штурм. Боевые единицы. Заклинатие способности удар схода. Первый удар также медаль получают, да? Ни хрена себе заклинаница. Только содержание там будет стоить нормально. Ну хотя у меня даже чересчур. В принципе, красиво смотрится. Так. Храм, будьте мне любезны, сказал маме. Здесь у нас что осталось построить-то хоть? Ничего, отлично. Ой, ёпла. Большой дворец. Забавно. Ой, тут кошмары. Кошмары, кошмарики, кошмарики. Ну, воевать-то с ними можно. Но это, наверное, в следующей серии уже пойдем, да? Потому что... Ха-ха. Время подошло. Во-вторых, я еще подумаю. Раз 20 пока на кухню схожу, хоть поесть приготовлю. Всем удачи, всем пока.